Машин у нас много, что тяжело даже подъехать скорой помощи. Мамочкам с коляском, что с колясками кто тяжело проехать подъезду. Для этого мы обратились, чтобы нашим жителям, жильцам было легче зайти в подъезд. Потому что все машины ставятся возле подъезда, что загружает наш двор и доставляет неудобства нашим жильцам. А теперь, конечно, мы очень благодарны, что у нас теперь есть парковочные места. Они увеличились и еще будут это добавляться. Мы, конечно, за это благодарны.